Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю свою обширную серию по проблемам пигментации лица. Все ссылки на предыдущие серии вы найдете под любым видео и сможете использовать любые из выбранных 2-3 рецепта для устранения вот этих неприятных цветовых проблем на вашем лице. Рецептик на сегодня такой. Одним из самых популярных и простых способов для решения этих проблем считается лимонный свежевыжатый сок и его нанесение на лицо. Конечно же, сок необходимо разбавлять. Начинать надо примерно с 1:10. То есть одна ложка столовая свежевыжатого лимонного сока на 10 ложек воды. Потом где-то с 3-5 сеанса, если все идеально у вас происходит, никаких раздражений, покраснений и так далее нет, можно немножечко дозу усилить. Там не 1:10 сделать, а 1:8. Потом можно где-то 1:7, 1:6 и 1:5. Дальше я не рекомендую. Лучше более долгое время поработать с этой процедуркой. И тогда мягенько лицо будет осветляться, а пигментные пятна будут уходить. Как работать с этим составом? Очень просто. Берем тепленькую подготовленную кипяченую водичку и выжимаем ложечку лимонного сока. Соединяем все это, хорошо перемешиваем. И можно даже ручкой, но обязательно на подготовленное лицо. Обязательно протрите, уберите пыль и так далее с лица. Даже если после ночи вы это делаете, все равно снимите лишний микроскопический жир, который за ночь выделяет кожа. Обязательно. Потому что если вы не почистите лицо, то все сеансы будут малоэффективными. Чистить лицо необходимо перед непосредственно процедурой. Все, нанесли на лицо, просто можно вот так данную смесь нанесли и ждем, пока она высохнет. Так можно делать даже 2 раза в день. И сколько необходимо данную смесь держать на лице? Начинайте примерно с 10 минут первые сеансы. Потом продвигайтесь где-то до 20 минут. Смотрите обязательно по результатам. Никаких аллергий и никаких сильных покраснений, которые в течение часа не проходят. Если все в порядке, можете продвинуться до 20 минут. После сеанса, например, после 10, 15 или 20 минут, как вы подержали, обязательно берем подготовленную теплую водичку и все смываем. Потом ждем полчасика, пока идеально все высохнет и кожа чуть-чуть отдохнет. И наносим питательный крем. Конечно же, можно работать с такой процедурой не менее 10-15 сеансов. Потом нужно сделать перерыв или перейти на другой рецептик, если данный рецепт не дал максимальное количество того результата, которое вы хотите. Вот такой отличный рецепт на сегодня. Очень простой, самый известный и эффективный, с лимонным свежевыжатым соком я вам и рассказал. Спасибо за внимание. С вами был Эд. До встречи на моем канале завтра и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему сердцу.